Спрашивал меня здесь, какую фигурку, какую? Вот этот? Давай, пиши, пиши, что там. Подойду, я сейчас номер себе уже сделал. Да я сейчас проскочу сюда, не вернусь потом. Это не баян. Понял. Кто там по поводу фигурки спрашивал? Есть вот такие еще, вот. Это уже какие-то такие модные, видать, короче. Вот. Какую ты спрашивал, напиши. Или вот из этих больших. Здорово, здорово. Вот цены. Вот эти по 200, короче, вот эти. Вот этот собака 3. Ребята, сколько такая? Олень 3500. Это бакура которая? 65. Это Европа, старенькая? Да. Ей как мне лет? А? Ей как мне лет. Какая еще? Вот смотрите. 85 лет точно. Есть розница и есть опыт. То есть Ромбик, от 5 фигурок, а потом цены. Вот и на мишке в ассортименте. Классно. Это вербилки, да. Если вот брать в ассортименте, то цена на порядок лучше. Ой, я понял. Спасибо большое. Короче, если что, скидки есть. А почем вот эти часы, вот эти? Какие часы? Вот эти вот. Это не часы, это календарь. Да, почем? 3000. 3000. Календарь 3000. Идем, баян спрашивает. Вот серебро. Здрасте. Доброе утро. А почем вот этот набор стакан? Это? Да. 90 тысяч. А сколько там грамм? 800 сколько там у вас? Около 80. 800 там. 700 чем? 787 или сколько? Но... Нет, да. Красивый. Ну я за него очень адекватную цену брать. Они на официальном вообще 1,40 чем-то тысяч стоят. Я понял. Андуник, тебе ничего не надо? Что? Да я спрашиваю тут. Смотри. А вот такие вот эти почем, друг, вот такие? Вот такие вот. 500 рублей один шар, любой. Один шар, да? Да. Там Пандора. Пандора, да? Один шарик, говорит, 500 рублей. Пандора. Там и Пандора, и там, ну, разные, там надо смотреть. Соколов есть. Соколов. Вот это прикольная штучка вот эта. Интересно. А вот это сколько?